Татьяна Власова проживает в 62-м доме в селе Усово с 1955 года. Старый барак, жильцы которого уже давно мечтают отпраздновать новоселье. Это 8 семей, 5 собственники и 3 наниматели. Мы встречались с жителями, мы опрашивали желание все-таки, где они хотят проживать, в каком населенном пункте. Значит, практически все жители изъявили желание остаться проживать вот в границах Усово-Усово-Тупика. Квартиры для переселенцев приобретут на рынке вторичного жилья по цене 120 тысяч рублей за квадратный метр. Перешейка Советской улицы к улице Чистяковой. Из-за того, что там стоит обычный транспорт припаркованный, там остается один ряд движения. И если кто-то едет с северного обхода, а кто-то пытается туда въехать, соответственно, пока один поток не пройдет, второй проехать не может. С дорожным вопросом к главе Одинцовского округа обратились жители Трехгорки. Чтобы освободить перешеек, связывающий улицы Советской и Чистяковой, предлагают установить знаки, запрещающие парковку, и на пару дней выделить экипаж ДПС для борьбы с нарушителями. Еще один проблемный участок в микрорайоне от 52-го до 76-го дома на улице Чистяковой. Причина та же – запаркованность. Встает вся улица, пытаются проехать мимо подъездов. Там тоже люди, естественно, едут с две стороны, и там тоже встает все. И ну вот просто вот это вот весь этот участок, он стоит. Естественно, сигналы машин. Вчера была драка прямо во дворе. Дорогу предлагают расширить до двух полос, запретив с одной стороны домов парковку. Для этого даже готовы пожертвовать узким тротуаром и частью зеленых насаждений. Вот что касается этого узкого тротуара, на место выйдем в ближайшее время, посмотрим, какое решение может быть технологическое. Вот, и надеемся на то, что в этом году нам удастся закончить улицу Чистякова. Реконструкцию. Сейчас мы в экспертизе. Реконструкция улицы Чистяковой пройдет в 2 этапа и по плану завершится в 2022 году. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».